Всем привет! Сегодня кино из серии «По вашим письмам». Очень многие из вас пишут, что «Чего ты боишься перегрева?» Типа «Грей, не бойся, с алюминием ничего не будет». Один человек мне написал, в одном комментарии его объединились все ваши такие советы основные. И сегодня я его повторю. Так, человек пишет «Цинк карбюраторный 20% кидается». То есть он мне написал, что чистого цинка найти тяжело, поэтому его пока в сторону. Карбюраторный цинк. Вот у меня переплавленные карбюраторы. И вот он мне после предпоследнего видео, когда я плавил с чистым цинком, написал, что именно карбюраторного цинка нужно 20%. За сплав, то есть дая свои, когда вы даете свои советы мне, вы не пишете, какой сплав используете. Значит, по умолчанию любой. Опять я беру поршневой сплав. Это уже когда-то протачивал в одном из видео. Он с порами. Это просто одна переплавка поршня. Вот, беру этот, сейчас взвешиваю, отламываю или отрезаю кусок цинка 20%. Дальше в тигель сначала цинк расплавляем, потом кидаем алюминий. Все это дело расплавляется, мы его перемешиваем тщательно, я так понял, несколько раз. Снимаем шлак. Догоняем до температуры 790-830 градусов, указано так. Опять снимаем шлак, ну мешаем, опять шлак снимаем, ничего не добавляя больше, никаких там флюсов, ничего, только цинк. Вот, после этого 5-10 минут выдерживаю в печке, при этой же температуре надо держать, то есть до 830 градусов. Далее опять мешаю, снимаю шлак. И стараюсь резко вылить форму, прогретую не менее 150 градусов. Так как я уже говорил, горелка у меня одна, и это как-то слабо реализуемо, чтобы и алюминий плавить, и форму прогреть до такой температуры. Сегодня использую духовку. Сейчас после своего вот этого балабольства я ее сразу включаю на полную. Там у меня максимальная 240 градусов. И думаю, где-то около часа, наверное, пройдет до заливки алюминия в нее. Думаю, успеет она прокалиться за это время. Форма с песком. Вот такая вот она форма. Ну, то есть толстостенная труба, та же, в которую я уже раньше отливал. В банку с подкраски. Все это песком присыпано. Должно успеть прокалиться за час. Ну, я ее сейчас включу. И потом уже перед самой отливкой. Выключаю духовку, вынимаю форму, ставлю там на рифленую железячку, которая мелькает у меня в видео, куда я тигель ставлю. И резко выливаю. Дальше человек пишет, что после того, как металл уже стал, можно обложить форму снегом, а через минуту можно уже кинуть в воду. Вот это мы сегодня и сделаем. Так, ну и еще один актер сегодня появился в видео будет. Сделал я новую печку по-быстрому. Вчера пришла мне на почту посылка. Керамическая вата. Много видео на этот счет в ютубе есть, испытаний ее много. Характеристики у нее 1260 градусов выдерживает. Так что будем сегодня ее пробовать. Она еще это полностью полуфабрикат. Не варил ни крышку, ничего, просто накрою и все. Единственное, я вчера испытал, как будет гореть горелка. И оказалось, что, ну короче, сделал сначала вот такое отверстие, мало. И поэтому вырезал побольше в крышке. Думаю, лучше уже прикрывать отверстие, чем будет мало. Потому что горелка пыхает. И сверху вата закоптилась внутри. То есть газ не выгорал. И вот эту трубу я пока что вход не варил. Так стоит она. Но она более-менее плотно стоит. Вот. В конце видео спрошу вас кое-что. Вообще, может быть, что-то посоветуете мне по ней. Отпилил цинка сколько надо. Смотрите. Цинк чистенький, ни одной поры. И вот когда разглядывал, мелькнула такая мысль. А возьму я сейчас вам покажу вот эту болванку. А закину килограммчик цинка. Выплавлю и скажу, смотрите, какая получилась отличная заготовка. Ведь это вариант для ролика на ютубе. Шучу, ладно, все, начинаем. Вот это вот будет плавиться сейчас. Пока горелка не гудит. Смотрю по вашим роликам, по вашим комментариям, похоже, полмира замело и заморозило. В Ростове снега
Вот это вот и все. И выпало это 23 февраля, а сегодня уже утром, сейчас плюс, таять начинает. Так что, походу, нас одних так пронесло. А вас всех остальных там позасыпало и заморозило. Все, продолжаем. Пока вот так оно все выглядит внутри. Да и елки, ветер этот. Я думал, он пламя сдует, сейчас я его покажу. А ветер прекратился. Ну вот так. Все, а то камеру спалю. Вот так пока там все творится. Дигель уже красный, алюминий начал плавиться. Все довольно-таки быстро происходит. Одно неудобство. Термопару сюда сейчас пихать как? Вот это вот постоянно убирать горелку. Ай, елки, потухло. Не до конца. Ладно. Ага, достает. Семьсот сорок. Маловато. Так, ну а мешать только вот так вот, с открытой крышкой. Пламя сбавил и мешать. Не буду я вот все показывать. Секрет. Короче, буду снимать шлак, потом дальше покажу. Так, ну что, хорошенько я его поперемешивал, шлак снял, хотя шлака как такового и не было, одна пленка оксидная. И вот при таком пламени только что было 820 градусов, вроде не поднимается. 10 минут и выливаю. Так, накрыл крышкой, горелку убрал, он там красненький стоит. Хорошо красненький, это у вас сейчас тут на камере плохо видно. Хорошо он разогрет. 10 минут, сейчас буду следить, если что, горелка еще подогрею. И выливаем. Там уже и форма прокалилась. Через 2 минуты начал потихоньку остывать. Поэтому немного горелку включил, подогрев. Нормально. Сейчас меряю, вроде стоит в одной паре. Все, выключаю сейчас горелку. Снимаю шлак и несу форму. Так, форма прокалилась отлично, аж через краги даже руки запекло, пока донес. Все, шлак снял уже третий раз. Сейчас не перемешивал ничего, шлак только снял. Выливаю. Пока оно вот так выглядит. Ну, а дальше покажу, что будет. Будет ли усадка теперь с прогревом формы. А вот кратер все равно есть. Не такой большой. Больше надо еще форму греть, дольше. Ее, наверное, таким объемом, если как я сделал, надо греть больше часа, чтобы прокалился прям песок. Так, надо же вам показать, что с печкой произошло, правильно? Крышка, вот она выглядит как после плавки. Видите, слегка закопчено. Но это со вчерашнего у меня. А вот она внутри. Все чисто. Вата не поплавилась, не обсыпалась. Единственное, это вот стигеля. Кожура сошла от огня. А так вата повела себя нормально. Посмотрю, насколько ее хватит. Если она вообще сыпаться не будет, то хорошая штучка.
Помню, как после одного ролика пару из человек из вас писали мне, что я своими плавками весь снег растопил во дворе. Ну и отчасти вы правы. После каждой плавки болото во дворе. Ну, именно в том месте, где я плавлю. Это сегодня еще в этой печи быстро произошло. А вот в этой вот намного больше грязи получается. Вот она, отливка. Достал я ее, остыло все. Ну, пока ни одной раковины нет. То есть прогретую форму действительно. Пузырей нет. Это я ее выбивал. Потому что забыл, в какую сторону выбивать. Так. Ну и пришло время, Андрюх, испытать твои резцы. Вернее, один я испытаю. Это с прошлой посылки резцы, что Андрюха мне прислал. Отрезные. Такие, такие. Тут везде напаян быстрорез R9K10. И вот я вот такой резечек сейчас испытаю. Я их еще не пробовал ни один. Сегодня при вас попробую, что покажут. Ну что, пробуем. Стружка уже нравится. Пока вроде чисто. Посмотрим еще. Так, ну резец, наверное, это не для этой работы, да? Не для торцов. Ну ладно, уже будем им. Так, ну теперь надо переставлять. Даже зеркальная поверхность образуется. Сейчас я резец переставлю и вперед. Пойдем по боку. Поехали. Вот что пока имеем. Пока чисто. Пока чистенько. Сейчас переверну, проточим вверх. Продолжаем. Пока и верх чистый. По-моему, первый раз так. Даже где усадочный кратер, оно чисто. Сейчас бок снимем. Так, ну смотрите теперь, что резец надо точить надо. Андрюх, я его не точил, сразу зарядил. Так, вот тут какая-то рытвинка есть, пузыречек. Ну это ладно. Ну, что,
Пока гладенько, чистенько. Так, ну ладно. Смотрите. Я протачивал сначала резцом, как он был из коробки. Не точил. И получилось вот такая вот, да, стороны. Я вам уже показывал. Ну вот она. Чуть ли не зеркальная. Можно и до зеркала довести. А потом я резец чуть подвел. Смотрите, что оно показало. Мелкие, мелкие, мелкие. Я не знаю, честно сказать, вот тоже потом посмотрю уже на телевизоре, разгляжу. Потому что я сейчас даже и увеличительным стеклом смотрел, и я и не понял, что это такое. Мелкие, мелкие, или поры, или вкрапления какие-то. Но все-таки есть. Видно, да? Должно быть видно. Есть. Можно вот так вот сделать сейчас. На этой стороне. То есть на всей высоте полностью. Прогрев формы себя показал, да. В том, что все, что там было, большое, крупное, оно всплыло. До застывания успело. Но вот мелкие поры, я не знаю, что это такое. Может, вы разглядите. Напишите, что это такое. Вот, такой эксперимент был. Так, люди, крепитесь. Скоро весна, скоро начну отливать формы в землю уже. О, я смотрю, у вас в комментариях даже уже рецепты иссякли. Уже, можно сказать, ерундой занимаюсь. Но надо как-то дотянуть до весны, до тепла. И начнем что-нибудь поинтереснее делать. Так, все, а теперь вопросики там по печке будут. Так, первый вопрос. Первый вопрос по трубе, вот той вот, которая приваривается. Действительно важно ее делать под углом. Вроде как говорят, потом пламя закручивается, там дольше, жарче остается. Или пусть остается, как я сделал. У меня сейчас получается огонь через подставку вот эту вот бьет прямо в дно тигля. Так лучше или все-таки заморочиться и сделать наискось ее варить? Вот. Это первый вопрос. А второй вопрос по горелке. Сможет ли моя горелка, обычная, простая, расплавить медь в ней, в этой печи? Или нужно экспериментировать? Или нужно сразу заморачиваться, инжекционную делать? Ну вот и все вопросы. Сегодня. Всем удачи, здоровья. Давайте, до новых встреч.